не столько откровений по жизни. Не знаю, их читать и бизнес игра может дать толково откровения за живота. Да, спасибо большое, брат Николай. Благодаря, и брат Николай. Я еще поняла, Николай, что не сама игра важна, а тот, кто ведет. И потому что разбрать не важно, какая игра-то, а какой воде игра-то. Потому что постоянно нам направляли, а как в жизни, как Бог вам дает ответы. Когда... За что-то постоянно напутствуешь и кажешь, как и в животе, как Бог видава откровение. Как Бог вам дает шанс. Как то видава шанс. Используем этот шанс или не используем. Использовать ли тот шанс или не. Вообще это было очень круто. Я очень благодарю Бога вот, за вашу команду. Да, было чудесно, благодаря той экип, кто дойдет при нас. Сегодня после собрания, после обеда, у нас будет продолжение семинара, да? И днес след обед ще имаме продолжение. Да. С двух и до скольки, я не знаю. До 4, да. От 2 до 4. Я вчера тоже, знаете, у нас пришла, вообще смотивировала наших друзей, мессианских евреев, к этому семинару. Они сказали, приглашайте неверующих. И слава Богу, да, что и нам немножко тоже, тоже досталось, да. Да, тот же семинар был направлен до канем неверующих хора, но и не получихме много. И Аня с Бургаса приехала, наша знакомая Аня. И дойде Анна от Бургас, Анна Ким, наша позната. Вчера говорили о времени, о драгоценности времени. И вчера говорихме, колко и важно времето. И что интересно, что когда мы приходим к Господу, и че когато идваме при Господ, когда мы молимся, когато се молим, служим на другите, мы отдаем время вроде бы для Господа, не даваме времето за Господ, но Бог как будто бы расширяет наше время, но Бог расширяет това время, и мы успеваем все остальные наши дела, и успеваме и другите неща да направим, които са, да, и вот работа. Аня Ким говорит, я еще не готова прийти на службу, но суп к обеду я приготовлю корейский. А Аня каза, че не готова да дойде на служба днес, но тя ще приготви корейска, да, супа. И, ну, я думаю, из корейцев, наверное, сразу получаются служители, да? Вот уверовал, покаялся, да, и сразу служил. Да, мисля, че от корейците веднага се получават служители, те са готови да служат. Да, поэтому слава Богу за прекрасное время. Слава на Бог за прекрасное время. Было чудесно. Сегодня продолжение. Не уходите, оставайтесь. Не спустите несколько и по продолжению. Есть, я так знаю, у них в арсенале есть семинар по воспитанию детей. Те для семейных пар. Семинар за воспитание на децата и за семейные мы двойки. Мы их не отпустим. Няма да ги пустим. Просто так, да. Мы хотим все получить. Искаме да получим всичко. Все, я передаю, да, микрофон.